Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Рада была возможности снова познакомиться с вашими работами, которые произвели на меня огромное впечатление. Роль искусства огромна. Спасибо организаторам конкурса за эту уникальную возможность принимать участие вам в этом конкурсе и также зрителям знакомиться с вашим творчеством. Но если представить, что искусство никогда не существовало, ни песен, ни картин, ни кино, ни художественных книг, ни театра, какой тогда была бы наша жизнь? Я уверена, что она была бы тусклой, серой, безрадостной, а люди были бы как роботы или как животные, которых интересуют только естественные потребности организма. Искусство дает человеку возможность раскрыться, показать миру свой талант, свои эмоции, чувства, душу. А зрители ценят произведения, заряжаются положительной энергией, получают положительные эмоции. Поэтому мы, художники, творческие люди, не должны забывать об этом и должны быть очень внимательными к тем темам работ, которые мы предоставляем нашим зрителям на общий обзор. В очередной раз я ознакомилась с работами. На этот раз были и детские работы, и взрослые. Я получила огромное удовольствие. Спасибо за эту уникальную возможность. Так могу сказать, что я обратила внимание на выразительность, тонкость исполнения, грамотность. Работы, которые я оценила максимально в 10 баллов, это работы Галина Наянова, портрет, Аделаида Ищенко, Маргарита Пиндур, Зватадзе Алина, Елена Жилнова, Антон Перепелица, Юлия Кнуаскова, Камила Шарфуллина, Валерия Павличенкова, Ольга Улданшина, Арсений Гро, Абрама Павел. Хорошие работы, замечательные, чувствуется творчество, мастерство. Друзья, не стоит забывать о том, что художник вводит зрителя в новый мир, открывает ему новое измерение. Художник как проводник в обществе. В обществе он необходим до тех пор, пока мы работаем, пока мы живем, пока мы творим, пока мы учимся. Стремимся к гармонии и красоте. Мир нуждается в этой красоте. В заключение я хочу поблагодарить еще раз всех за участие, пожелать творческих успехов и до новых встреч. Привет из солнечной Греции. Пока!